Выставки картин Николая Рериха проходят в селе Верхний Уймон Республики Алтай. Они приурочены к 90-летию пребывания Рерихов в этих краях. Экспедиция художника прибыла сюда в августе 26 года. Вместе с семьей мастер остановился в доме, который сейчас отреставрирован и превращен в мемориальный музей. Здесь же разместили более полусотни картин, созданных в 20-е и 40-е годы. Большая часть полотен посвящена Гималаям. Также в экспозиции представлен портрет самого Николая Рериха, написанный его сыном Святославом в 1937 году.